зараз на цю сцену я запрошую дуже цікавого мужчину, який вміє грати на гітарі. В'ячеслав Цехмістра! Наберіться терпіння, все класне ще попереду! Добрий вечір. Я дуже радий бути у вас тут, у оновленому клубі. І ще більше радий бачити цю красиву молоду жінку, талановиту. І хочу привітати її з днем народження. Ну і з творчим звітом. І я вам скажу, що сьогодні тут зібралися не тільки миселівчани, наші сусіди, самі близькі, такі рідні, а тут пів Богуслава сьогодні. Друзів, і святом тебе, Альоночка, і квітиці для тебе. Дякую. І пісня, так. Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче и все светлей. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Я упадаю в сентиментальность и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не опусти, только не опусти, только не опусти глаз. Глаза напротив и больше нет разлук. Эти глаза напротив мой молчаливый друг. Эти глаза напротив и больше нет разлук. Эти глаза напротив мой молчаливый друг. Пусть я упадаю, сентиментальность и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не отведи, только не отведи, только не отведи глаз. Ментальность и грусть, боли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не отведи, только не отведи, только не отведи глаз. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не отведи, только не отведи, только не отведи глаз. Дякую.